В общем, дорогой рекламодатель, хочешь классную рекламу, вот прям такую вот, обращайся к Оле Бакиной. Или нет. А мы переходим к следующему сюжету. Антон Данченко сегодня выяснил, что некие ученые установили, что ежедневное поедание яиц – это хорошо. Молодцы ученые. Но Антон же человек интересующийся. Ему всегда было интересно, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому он отправился на улицы города и поговорил с кировчанами. А какая же еда вредна для нашего организма? И там были очень-очень интересные версии. Яблоко или доширак, банан или чипсы? Что вреднее и какая еда является опасной? Давайте прямо сейчас выясним и узнаем у жителей нашего города. Но если рассуждать, как телевидение нам предлагает, именно быстрая еда. В лукошке все свежее у вас? Конечно. Мне кажется, сейчас фрукты, наверное, самые вредные. Да, эти бургеры, да, всякие гамбургеры. Ай, так и в желудке что-то остается, тяжесть. Самая опасная и вредная еда? Колбаса. Где содержится глютамонат? А, вредные продукты? Чипсы, кириешки всякие. Сухарики – это наркотик? Я считаю, что да. Самая вредная какая еда существует? Бигланч и газированная вода. Вредная еда. Чего нельзя есть? Пить нельзя. Пить нельзя? Да. Ну, ешки где? 312, там 411 какие-то, там, я не знаю. Умирают-то от которых эти барсики-то. Даже возьмите, допустим, Звениговские продают, да? У них же натуральное мясо. Видно сразу. А другой возьми, там же уже не мясо, а вообще какой-то фарш. А сардельки и сосиски вообще есть нельзя. Вся химия. Стиральный порошок, да? Стиральный порошок, там уже... Доширак на уровне со стиральным порошком? Почти, да. Все можно кушать? Все можно кушать. Что в магазинах есть? А ты чего вредного ешь? Немножко копченой колбасы. Ты питайся правильно, хорошо? Будет стараться.